друзья, ну что ж, всем добрый день. Эфир Абакан 24 продолжается. Работаем для вас в прямом эфире, чтобы рассказать о главном, интересном. И прямо сейчас в программе «Демография» будем говорить о таком очень замечательном проекте, который реализуется в нашем городе уже целых 3 года. Это «Булакинские чтения». О них подробнее сегодня расскажут мои гости. Это Светлана Александровна Ивкина и ее коллега Алексей Викторович Ларионов. Это педагоги Абаканского лицея имени Николая Генриховича Булакина. Как раз непосредственные организаторы чтений, их участники. И, друзья, подключайтесь к нашему диалогу. 22-60-11. Будем вам рады. Задавайте вопросы. Ну и можно, кстати, их писать и на нашем YouTube-канале. Прямая трансляция прямо сейчас. В общем, оставайтесь вместе с нами. Ну что, я вас поздравляю с открытием в этом году чтений. Они уже у вас получили статус межрегиональных, так ведь? Тогда вот сначала вам, наверное, Светлана Александровна, слово. Расскажите, как вчера прошло открытие, какие у вас впечатления? Ну, нужно сказать, что я вчера не просто присутствовала на открытии как слушатель, я, собственно, была ведущей этих самых важных в нашей жизни мероприятий, потому что булакинские чтения у нас в этом году идут в течение 4 дней. Мы вот начали вчера, 13 декабря, и заключение у нас, закрытие будет в субботу, 16-го, потому что в этом году у нас очень много участников, и вчера было достаточно волнительно, потому что статус теперь совсем иной. Мы стали межрегиональны, и было очень приятно осознавать, что мы растем. И, как вчера заметила Ирина Евгеньевна, нам есть еще куда расти. Да, то есть мы получили вчера на открытии такой своеобразный наказ, что на следующий год попробовать достигать каких-то новых высот и выходить на новый уровень всероссийский. Но я думаю, что если учредители, да, то есть при поддержке управления образованием, так скажем, если они помогут нам, да, то я думаю, мы этого достигнем. Вчера было примечательно открытие тем, что оно шло еще у нас ВКонтакте, то есть был прямой эфир, то есть было очень много, да, людей, которые могли поприсутствовать, так скажем, онлайн на этом мероприятии. Поэтому было очень волнительно и приятно осознавать, что мы делаем большое такое благое дело. Алексей Викторович, ну, сегодня уже 2-й день чтений, да? Кто сегодня выступал, какие доклады заслушивали? Ну, выступало у нас очень много людей. Если бы не погода, наверное, было бы даже еще больше, потому что отдаленные районы... Мороз остановил, да? Да, не все смогли, конечно, приехать. У нас в итоге получилось по факту без педагогов что-то около 290 докладов. Без педагогов. Это, да, достаточно много. Это много. Это очень большое количество детей. Это большое количество секций. То есть у нас фактически всего 30 секций. И из них 4 это педагогические. То есть детских получается 26 секций. Вот, секции по самым разным направлениям, то есть мы, несмотря на то, что мы, конечно, лицей, но мы не ограничиваем возможности для выступления только, естественно, научными, техническими вопросами. То есть у нас в этом году открылся ряд интересных направлений, связанных с правами ребенка, в частности, целая секция была открыта. У нас 2 секции, посвященных проблемам хакасского языка. Секции, связанные с краеведением, в том числе с историей Хакасии, с личностями, которые сыграли роль в развитии Хакасии. То есть, фактически, это секции, которых раньше не было. То есть, просто пришел вот такой запрос от участников. Потому что, когда секции формируются, мы, конечно, прописываем какие-то общие направления, перечисляем, что в них входит, но фактически секции определяются уже на стадии компоновки работ. Потому что может быть такое, что мы заявим конкретную секцию, например, туда работ, ну, в каком-то году не будет. Вот. А в этом году очень много было работ, именно связанных с изучением Хакасии. Краеведение. Краеведение, да. То есть, прям целый большой пласт появился, которого, ну, вот раньше мы не наблюдали.
Это достаточно интересная такая закономерность. Отлично. Ну, еще вот в этом году новое направление – секция при уполномоченном по правам ребенка Ирины Евгеньевны Аулю. Вот расскажите, она уже сегодня начала работу? Да, она уже прошла у детей сегодня. То есть там было порядка 11, по-моему, работ. Вот. Они посвящены разным, на самом деле, вопросам. Ну, потому что, когда мы говорим, конечно, о ученических работах, они достаточно широкие, то есть они темы очень разнообразные, потому что это только основы изучения. Они не берут одну маленькую узкую тему и детально ее разбирают. Да, у детей все-таки немножко работы по-другому построены. Поэтому там много вопросов. И можно ли пользоваться там, грубо говоря, телефонами, какие обязанности у учащихся. То есть какие права есть и так далее. То есть, там спектр работ, он очень такой разношерстный получается. Ну, то есть, над каждым вопросом дети работали с педагогом, да, это были их личные наблюдения, да, какие-то на основе каких-то, может быть, исследовательских данных, да, опросов. Да, конечно. Как вообще строится эта работа? Со скольки лет можно принимать участие в таких чтениях? Но если мы будем говорить о нашей конференции, то у нас она начинается с 5 класса. Это абсолютно не значит, что работой исследовательской, учебно-исследовательской нельзя заниматься раньше. Например, у нас в школе весной проводится конкурс «Я исследователь», региональный этап всероссийского конкурса. Он как раз для учащихся с 1 по 4 класс проводится. У нас было несколько детей изначально школы, которые в том числе выступали вот сейчас на Булакинских, но все-таки надо понимать, что немножко специфика того, как пишут младшие школьники, угу, как они изучают, и все-таки средняя, старшая школа, они, у них работы сильно отличаются по именно сложности, по научности, по подходу к построению материала. Но вообще сама идея того, что ученик, да и вообще человек, в принципе, должен заниматься исследованием, даже в каких-то там элементарных вещах, она сейчас такой красной нитью через все образование тянется, начиная там уже фактически с момента, когда ребенок себя осознает, и дальше, ну, процесс бесконечен, да, пока мы живем, мы что-то исследуем. Поэтому вот такие конференции, как вот наша, они позволяют как раз приобщиться, поделиться своим опытом, услышать других, что другим интересно. Угу. То есть это очень важно, на самом деле. У нас не всегда есть возможность высказаться. Вот. Ну, вот я еще добавить хотела бы, что мы даем возможность ребятам не только защищать свой индивидуальный, да, вот исследовательский какой-то проект, но у нас есть очень много работ, которые ребята выполняют совместно, то есть по два человека. Вот примечательно, что у нас секция, касающаяся робототехники, информационных технологий, информатики. Были работы у ребят, где был старший наставник, то есть ребенок 8 класса, и были ученики вот 4 классов. Вот в этом году у нас таких две работы. Вот, то есть ребята работают вместе, то есть наставничество, безусловно, еще педагога. То есть у ребят есть возможность, да, расти, то есть понимать и выходить на новые уровни вот, в исследовательской работе. Поэтому мы вот так тоже работаем. Ну и надо еще сказать, что в этом году, вот вообще в прошлом году, когда вы озвучивали данные прошлого года на конференции, говорили о том, что около 1000 человек, да, было в прошлом году? Да, даже чуть больше. Потому что онлайн было много, да? Да. Но видите, опять-таки, Алексей Викторович сказал, что из-за морозов у нас вообще рассчитано как, что все учащиеся лицея, старшеклассники, начиная вот с 9, 10, 11 класса, ребята, которые должны уметь выполнять проектную работу, они выступают в качестве слушателей. Но вот морозы не позволили всем ребятам прийти, потому что у нас же учатся ребята не только, которые в близлежащих домах живут, но у нас есть ребята из Калинина, да, ребята, которые в Подсинем живут. То есть вот они не приехали, а из-за этого количества, да, уже, ну, так скажем, слушателей, уже меньше, да, к сожалению, да, поэтому. Ну, тут еще такой момент, тут речь о двух разных цифрах идет, да, то есть количество участников, это все, да, кто задействован в конференции, вот их, да, их в прошлом году было больше 1000,
А когда мы говорим о количестве выступающих, то есть в том году количество выступающих было около 200, чуть меньше. В этом году заявок уже около 340 было, и вот реальных выступающих около 300. То есть их, то есть практически в полтора раза больше, чем в том году. Что касается количества также участников, то есть тех, кто принимал участие в виде слушателя, в виде работы там на открытии конференции, слушателя лекций там и так далее, то в этом году их также вряд ли будет меньше 1500. Просто еще, так как конференция не закончена, эту цифру мы еще пока подвести не можем. Ну и в этом году у вас все равно в любом случае есть гости из других регионов, в том числе вот из Донецка, да, гимназия номер 12. Лицей, гимназия номер 12 из Донецка. Вот расскажите об их участии. Как вообще вы с ними познакомились? Потому что Ирина Лаврентьевна говорила о том, что это как бы уже такая длинная дружба. Ну вот Ирина Лаврентьевна в сентябре ездила и... Артек, они, по-моему, да, ездили? Угу, вот. Да, в Артек. Да, в Артек. И там вот познакомились с педагогами лицея, с директором лицея номер 12 города Абакана. И у нас завязалась дружба, она у нас идет в онлайн, да, формате. То есть они не могут приехать, то есть мы даже до них не можем отправить посылку, потому что не доходят. И вот мы звоним, общаемся, у нас телемост, мы работаем. И педагоги, то есть мы выходим с ними вот в таком онлайн-режиме. И ребята наши, активисты движения первых, то есть устраивают тоже вот такие вот телемосты, где делятся совместными проектами. И мы так шутя называем, что у нас теперь появился старший брат. Потому что лицей номер 12 города Донецка, они старше, им уже свыше 50 лет. Вот, да, мы еще, так скажем, молоды. Поэтому, говорим, у нас появился старший брат, и вот... Понимаете, мы, ну, получается, знакомы с сентября месяца. Ощущение, что мы знаем друг друга давно, потому что мы как-то смотрим в одном направлении, да, так скажем, дышим вот одними теми же идеями, да, вдохновляемся чем-то. Поэтому вот это вот сотрудничество, оно очень такое для нас дорогое. С каким докладом выступали ребята вчера? Что они говорили? Что их вообще интересует? Ну, вот у нас одна работа была. Она, собственно, была вчера продемонстрирована на открытии, потому что, знаете, в год педагога и наставника это была такая очень, ну, символическая работа. Ученик лицея номер 12 города Донецка рассказал о своем отце, учителе, который в настоящее время выполняет свой гражданский долг, защищает родину, то есть, да, и мы говорим о том, что те самые учителя, которые работают вот в лицее номер 12, это на самом деле тоже герои, потому что они не прекращают свою воспитательную деятельность, учебную работу в таких вот непростых условиях, то есть это очень дорого. И многие вчера, когда завершилась наша церемония открытия, подходили и были слова в адрес педагогов лицея и детей, что это невероятные люди, которые, невзирая ни на что, да, готовы трудиться, готовы исследовать. Да, действительно, это... Ну, знаете, вот недаром же говорят, война – это время на знания вечны. Да, вот, да. Вот поэтому, наверное, так и рассуждают те люди, которым сейчас очень непросто, и в условиях вот таких непростых они находят время и понимают, что нужно заниматься вот как раз просвещением. Да, и здесь, понимаете, вот когда они работают и... У нас есть вот эта вот связь, да, они понимают, что они это делают не просто так, они делают это ради светлого будущего, да, как бы ни звучало это так достаточно пафосно, ради вот мирной жизни на земле. То есть учительский труд – это труд очень значимый. И вот педагоги Донецка, они это доказывают, что в любых условиях, да, сеять доброе, разумное, вечное – вот это наша миссия, которую они достойно выполняют, поэтому им только низкий поклон вот от нас.
Друзья, мы работаем в прямом эфире 22-60-11. Сегодня в программе «Демография» мы говорим о прекрасном проекте, который реализуется в нашем городе. Ну а теперь этот проект стал межрегиональным и вошел в календарь Министерства просвещения, да, я так понимаю? Академия. Да. А чем Академия от Министерства нашим зрителям, расскажите, отличается? Ну, это, по сути, подразделение, которое сейчас ориентировано на внедрение различных нововведений в области. Ну, в любом случае, это тоже всероссийский такой календарь, в этот всероссийский календарь теперь вошел наш замечательный Абаканский лицей имени Николая Генриховича Булакина, и вот теперь вот такие булакинские чтения проходят. Я думаю, что раз в этом году статус межрегиональный, на следующий год будете ждать и точно другие регионы, возможно, уже и приедут кто-то, да? Ну, да, дело в том, что, опять-таки, вот определенные обстоятельства многим не позволили быть с нами на открытии, быть вот на таких... Ну, в формате онлайн у нас были подключения, то есть ребята выступали, и надо сказать, что многие из тех, кто были вот в формате онлайн, стали призерами. Замечательно. Да. Но очный формат мы все равно больше поддерживаем. Конечно. Потому что, знаете, вот если посмотреть на перспективу даже этих чтений, вот, к примеру, представим, да, что чтения, ну, они уже межрегиональные, и уже на следующий год мы бы, например, пригласили другие регионы, не только как Красноярский край, там Тыва, которая рядышком с нами, возможно, Кузбасс. А вы представляете, вот если бы это мероприятие, как на уровне всероссийского мероприятия, затраты бы на проведение, те же билеты детей, их учеников взяло бы на себя, ну, частично тоже Министерство просвещения. Я думаю, что мы должны об этом говорить в открытую, потому что уровень тогда бы в разы вырос. Уровень, да, поднялась еще больше планка. И, возможно, бы выступление на такой конференции открывало бы детям ну, какие-то двери при поступлении или там засчитывало своих бы портфолио. И тогда бы к нам приезжали дети из других регионов, они бы путешествовали по Хакасии, были бы замечательные туристические маршруты. Вот это такая, мне кажется, перспектива, на которую, ну, почему бы не замахнуться. Да. Знаете, как говорят, то есть, если ты озвучиваешь, да, свои мысли, то есть мысль материализуется. Вот мы материализуем эти мысли сейчас. Мы проговариваем, возможно, действительно нас услышат, поддержат, потому что здесь важно отметить, что нас вот услышали и поддержали в городе Абакане, да, мы говорим, что Министерство образования, все высшие учебные заведения, да, помогают нам. Возможно, родительское сообщество как-то тоже примет участие, потому что вот в этом году мы также открываем секцию для родителей, да, то есть чтобы родители включились в какой-то диалог, тоже такой поработали. Возможно, родителям станет как-то это тоже достаточно значимо, и, возможно, какие-то вливания будут. Почему нет? Да, конечно. Мы открыты. Открыты, да, для сотрудничества. Да, да. Меценаты все открыты для сотрудничества, для поддержки наших детей, потому что, мне кажется, это самое, как мы должны делать ставки на наше подрастающее поколение, да, которое будет смотреть на нас и даже будет еще современнее, просвещеннее идти вперед. Конечно. Давайте вспомним вообще первый год, как вы проводили чтение, вы помните? Да. Расскажите. Ну, там Алексей так интересно, что много это было? Совпало, что был дистант, потому что первый год это была как раз пандемическая ситуация. Все сидели по домам. Да, все сидели по домам, и поэтому достаточно сложно на самом деле было проводить конференцию. Вот. Но при этом это был очень такой интересный опыт, потому что мы организовывали, по сути, массовую дистанционную конференцию с подключением. То есть у нас в каждой аудитории мы ставили компьютеры, у нас специальные, да, настраивали подключение, и дети со всей республики, в том числе, ну, понятно, что очень много с Абакана, там, с Иногорска, с городов, но и тем не менее с деревень, вот, с районов тоже много достаточно выступлений было. Они выступали именно в дистанте, а жюри при этом находились в школе, да, и они слушали, задавали вопросы, то есть была такая достаточно необычная конференция на тот момент, но она дала много опыта в плане организации именно конференции с онлайн-подключением, потому что, ну,
мы это апробировали тогда и столкнулись с тем, какие лучше программы использовать, какие не лучше, стоит, да, потому что, да, то есть это прям было интересный опыт. Не, ну когда, как сказать, кто не делает ошибок, это тот, кто не работает, да. Поэтому мы находили самое лучшее, да, чтобы была хорошая трансляция и возможность всем смотреть. Mm-hmm. Они считали, сколько вас посмотрело тогда? А вот как-то этот момент мы немножко тогда упустили. Да. Ну, наверное, потому что мы, в принципе, не преследовали такой цели, да, вот сейчас для нас просто интересно, что раз мы выходим на новые уровни, да, и пытаемся, собственно, найти вот поддержку, да, для нас вот интересно стало, поэтому мы такой небольшой учет стали вести. А давайте еще поговорим о ваших участниках. Вот мы вчера записывали интервью двух замечательных девочек, Екатерины и Ирины. Ира. Да. Угу. И вот они рассказали, что вы, Алексей Викторович, им помогали в работах. Как вообще происходит? Вот вы сами задаете темы для работы или ученики проявляют инициативу? Как вот идет подготовка? Ну, вообще у разных учителей это на самом деле происходит по-разному. Тут как бы такое. Я, в принципе, придерживаюсь идеи того, что тему должен выбирать сам ученик. Другой вопрос, что можно ее скорректировать, там, помочь, потому что ученик зачастую не знает, что реально можно сделать, да, что нельзя вообще сделать. Ну, потому что хотеть мы можем всегда многого и стремиться, но не всегда все реально можно сделать. И обычно, ну, как это выглядит, когда ученик обращается к учителю, он предлагает тему, учитель рассматривает вообще, насколько это интересна тема. Вот, насколько, то есть, самим вопросами у ученика узнает, ему самому-то правда ли она интересна, потому что, ну, бывает такое, что нам кажется, что нам что-то интересно, а по факту нам интересно что-то рядом. И вот сама тема может оказаться неинтересной, а вот ее окружение может ученика, наоборот, заинтересовать. Угу. Поэтому это тоже очень важно выявить. А что реально, чем реально интересуется ученик? Потому что, ну, надо понимать, что исследование – это работа. То есть, достаточно, причем сложная, особенно если это работа у старших школьников, то есть, 10-11 класс, потому что они уже приближаются к студенческим работам. Они, конечно, все еще немножко попроще, хотя смотря у кого. Ну, мы же еще говорим о том, что у нас очень много ребят, которые выходят вот на чтение имени Николая Генриховича Булакина. Это ребята, которые делают так называемый индивидуальный итоговый проект. Ну, да, то есть, это ученическая работа, которая должна содержать обязательно некое исследование. Да, и то есть, вот от педагога очень многое зависит в том плане, как ребенок построит свое исследование. Потому что вот у Алексея Викторовича, да, у него можно проводить исследования вот в биологии, в химии, то есть какие-то опыты, да, проводить, наблюдать. Вот я, как учитель русского языка, я понимаю, что в лингвистике, да, какой мы можем вот опыт провести? Да, в принципе, никакого. У нас может быть вот, то есть, исследование глубины какого-то произведения. И вот, как мне кажется, для нас, вот для филологов, да, важно, чтобы работа приносила ребенку какую-то практическую пользу. То есть, вот он изучил этот вопрос, да, и стал, ну, так скажем, асом в владении какими-то определенными, не знаю, там, средствами языка. Угу. Вот. У меня, кстати, одна девочка защищала проект, она написала свою книгу. Вот, это было в 8 классе. И сейчас она в 10-м, она подходит и говорит: Светлана Александровна, я бы хотела продолжить с вами работу. А я говорю: в 10 классе нужно все-таки определяться уже больше с профилем, потому что ты выбираешь определенную профессию. Вот можно работать так, чтобы погрузиться, и это тебе помогло вот в твоей профессиональной потом деятельности. Она выбрала профиль биохим, биологохимический. И смотрю, она так немножко растерялась. Я говорю: давай мы возьмем с тобой произведение научной фантастики, ну, литература, коль она тебе близка, вот именно по духу, и посмотрим, а возможны ли те биологические там опыты, да, которые есть вот в научной фантастике, в современности. Смотрю, у нее глаза загорелись. Она говорит: я сейчас пойду, перечитаю, найду что-нибудь и буду работать. И вот я считаю, что это здорово. То есть, когда у ребенка действительно горят глаза, и ты понимаешь, что ты его направил, да, дальше он сам пойдет, и, возможно, знаете, семимильными шагами.
Конечно. Вот. Самое главное, вот путеводная звезда, правильное направление, еще показать своим, может быть, личным примером. Ну, да. Ну, на самом деле, вот у ребят, которые на булакинских чтениях выступают, мы видим, что есть работы, которые они начинали когда-то, да, потом прислушались к советам, угу. что-то доработали и приходят вот на следующий год. То есть у нас есть такие ребята, которые совершенствуются, да, находят какие-то новые интересные аспекты в работе и доводит, так скажем, работу до ума. Тут даже есть такой момент, что есть те, кто вот действительно в какой-то момент они загораются исследованием, они начинают его продолжать, и у них появляется возможность его продолжить не только на уровне школы, а выйти куда-то за пределами угу. школы, то есть организовать сетевое сотрудничество, там, например, с вузами, и уже выполнять свою работу не только на базе школы, потому что, конечно, возможности даже нашей школы в плане исследования, они все равно ограничены. Особенно, когда вот естественные науки мы говорим. Конечно. Допустим, вуз здесь может дать больше. И когда мы видим таких детей, которые горят желанием, которые хотят, то мы стараемся им предоставить уже возможность выхода с их исследованием и с его развитием уже на уровень более высокий. Ну вот как раз ваша ученица Екатерина Афонина, она сказала, что она со своим вот этим проектом принимала участие в чтениях, нет, в конференции, выиграла, заняла первое место. Я, знаете, что предлагаю? Давайте, чтобы мы немножко снова погрузились в атмосферу булакинских чтений, прямо сейчас посмотрим сюжет, который мы накануне снимали в лицее Николая Генриховича Булакина. Посмотрим, как это было, как происходило открытие, увидим ребят, увидим, услышим их интервью и погрузимся вот в эту прекрасную атмосферу. И далее продолжим. Сейчас мы попросим нашего режиссера эфира показать нам сюжет и будем смотреть его. Ученица 11 класса по направлению биохима Баканского лицея выступает с медицинскими докладами. Одна из школьниц решила выяснить, много ли студентов в Хакасии предрасположены к анемии. Функциональная система юношей и подростков получает с анемическим синдромом. С этим проектом я уже выступала в ХГУ на всероссийской конференции. В прошлый раз я заняла первое место. Это возможность показать себя и узнать очень много нового, потому что у других ребят, безусловно, тоже интересные работы. Оценка эффективности антисептических свойств лекарственных препаратов, применяемых при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний, полости рта и глотки. То есть ты сама все над этим работала или кто-то помогал? Естественно, у меня были руководители. Это Ларионов Алексей Викторович и Саранчина Юлия Владимировна, кандидаты наук, потрясающие преподаватели. Они, естественно, меня поддерживали, и я думаю, моя работа будет достойной. Третий год Абаканский лицей собирает тех, кто впитывает знания не только в школьных учебниках, но и выходит далеко за рамки программного обучения. Изучает дополнительную литературу, научные источники. Каждый из этих ребят – участник булакинских чтений, которые в этом году получили новый высокий статус – межрегиональных. Здесь звучат доклады в области математики, биологии, литературы. Проходит и открытая дискуссия при уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия. Впервые своими исследованиями поделятся участники конференции из 12-й гимназии Донецка. Сегодня наша конференция проходит уже в третий раз. Не знаю, как у вас, а у меня такое ощущение, что она идет много-много лет. Ее все ждут и хотят поучаствовать в работах секций нашей конференции. Еще в прошлом году мы с вами имели статус муниципальной научно-практической конференции. А уже в этом году нам присвоит совершенно иной статус – межрегиональная научно-практическая конференция. И да, мы внесены в образовательный календарь событий Академии Министерства просвещения. На данный момент учащихся около 300 работ заявлено. Конечно, погода немножко сложная, но тем не менее. Вот, со всей Хакасии, то есть со всех районах, и не только, то есть, как обычно, есть и Красноярск, есть Тыва. Также у нас в этом году две секции, связанных с хакасским языком и литературой, в том числе с представлением докладов на языке, и
В этом году достаточно много учителей заявили желание сами самостоятельно представить свои проекты. У нас в этом году 4 секции, на которых выступают не дети, а именно педагоги. Наблюдать за ходом булакинских чтений можно не только очно, но и в режиме онлайн. На страницах Абаканского лицея в социальных сетях. Уже завтра, 14 декабря, начнут работу секции. Оценивать работу учеников, их уровень подготовки будут педагоги не только абаканских школ, но и высших учебных заведений Хакасии. Планка задана высокая. Любимый городоначальник, любимый всем народом, всем городом, оставил большой след в жизни не только города, но и республики, и страны. И сейчас наша молодежь изучает вклад и эпоху Николая Генриховича Булакина как пример, как образец для будущих управленцев. Николай Генрихович сам педагог, работающий на кафедре высшей математики, который затем вошел в законодательную власть, а затем стал городоначальником на многие годы. И это показывает, что своим личным примером он говорил о том, что учиться нужно всю жизнь. Булакинские чтения завершатся в субботу, 16 декабря. В нашем эфире мы продолжим говорить о конференции. Уже завтра в 17 часов не пропустите прямой эфир программы «Демография», в котором мы встретимся с участниками и организаторами исследовательского форума. Дарья Казак, Зураб Кабахидзе, новости. Вот такой замечательный сюжет мы посмотрели, погрузились в булакинские чтения. Напомним, они проходят у нас до субботы. В субботу будет торжественное награждение, да, участников, подведения итогов. Ну вот у нас как раз в студии организаторы, участники булакинских чтений. Алексей Викторович, а вот вы когда сегодня слушали работы, что для себя отметили? Новое, может быть, что-то такое интересное? Подумали, ну ничего себе дети дают, уже так размышляют. Знаете, к моему большому сожалению, вот я не смог нормально на секциях поприсутствовать, потому что как организаторские бегали, да? Да, проблемы. Вот, я обратил внимание, конечно, когда тематику секций работ мы смотрели, насколько широк вообще спектр работ, за которые затрагивают ученики. Они могут быть очень-очень простыми. А могут быть прям настолько серьезные, и то есть ты когда смотришь на тему, но ты не думаешь, что это вообще школьник такие темы написал. Mm-hmm. Вот, потому что они выглядят как вполне себе полноценные исследовательские работы. Вот. И это, наверное, здорово, то, что ученики, они вот в самых разных областях стараются себя. И не узко мыслят, да? Да, то есть они вот. У них очень обширные интересы и крайне разнообразные. Поэтому, конечно, вот сама возможность, вот я завидую тем, кто был на секциях, потому что на самом деле это всегда идеи. То есть ты, когда слушаешь работы, у тебя могут возникнуть идеи о своих направлениях, в которых можно, например, повести учеников, о которых ты, в общем-то, не задумывался до этого, что такое можно было сделать. Вот, то есть сама вот возможность обмениваться опытом и слышать чужие мнения, это вот, наверное, самое ценное, что в конференциях есть. А вы что заметили, Светлана Александровна? Ну, мне посчастливилось, потому что мои учащиеся сегодня защищали свои работы, поэтому я вот на двух секциях побывала. И я соглашусь с Алексеем Викторовичем, что очень важно, когда твою работу оценивают профессионалы, да, люди из вузов, да, то есть они дают дельные советы, они дают советы, безусловно, ребятам, но вот я как руководитель слушала, да, то есть я даже слушала рекомендации другим ребятам, да, других работ, и я понимала, в каком направлении работать, да, как лучше рассматривать тему, хотя, ну, у нас все равно возможности, наверное,
чуть меньше, чем у тех же, допустим, ребят, которые выполняют работы с программированием, да, то есть, или вот, как я уже говорила, где может быть какой-то интересный опыт. Мы работаем со словом, да, и тем не менее здесь я вижу, как можно по-другому подойти. И вот сегодня на секции литературы была очень интересная работа. Учащийся разработал игру, да, где в игре на каждую букву алфавита было предложено определенное художественное произведение. То есть это вот такой способ заинтересовать современного школьника к прочтению, да, то есть в игровой такой интересной форме. Поэтому я понимаю, что... Далеко вот, пойдут. Да, да, то есть есть куда расти, есть невероятные дети, которые... иначе воспринимают мир, знаете, чем мы взрослые, и у них какой-то свой вот этот подход, свой взгляд на предмет изучения, да, поэтому это здорово, что есть у нас возможность слушать ребят. Кто в команде, кто оценивает работы? Ну, у нас на самом деле в этом году очень такой большой, я бы сказала, состав жюри больше, чем в прошлом году. Ну, во-первых, потому что секций, да, много. Ну и у нас здесь и педагоги из вузов. Вот на наших секциях русского языка и литературы, то есть в области филологии, у нас всегда в качестве председателей экспертной комиссии выступают кандидат филологических наук нашего Казанского государственного университета, за что им большое спасибо. Вот они 3 года с нами. То есть тоже такое сотрудничество. Плюс это учителя из разных школ республики. У нас есть и жюри из Черногорска, и есть у нас жюри из Саяногорска. Спасибо большое коллегам, что они приезжают. Да, то есть все равно это не близкий путь. Конечно, из абаканских наших школ очень много. Поэтому здесь... Расскажите еще про секцию, где будут педагоги выступать. Алексей Викторович, ну, наверное, скажет. Не будут, они уже выступали сегодня. Выступали. Да. Ну, расскажите, как они выступили, что, как, кто эти педагоги? У нас в этом году было заявок, получается, на 4 полноценные секции с участием педагогов. Это много. То есть до этого, ну, 2 максимум было. В прошлом году было у нас 26 человек всего, да, педагогов. Конечно, к сожалению, там возникли у некоторых сложности с прибытием. Тем, чтобы, да, прибыть на конференцию. Потому вот что, поэтому нужен трансфер. Потому что из районов очень много заявок было в том числе. И были... Ну, получается, 3 основные направления. Это общая педагогическая, то есть актуальные проблемы в педагогике. Это воспитание как основное направление образовательной деятельности. И это цифровые технологии в педагогике. Угу. То есть вот 3 основных направления, 4 секции получилось. Вот. Секции проводились совместно с ХАКИРО. Потому что как бы этот институт является ключевым в плане работы с педагогами и их профессиональным развитием. Поэтому да, мы очень благодарны методистам, которые выступили в качестве председателей жюри на этих секциях. И работы тоже на самом деле достаточно разные. То есть, но при этом стоит сказать, что они интересны, они актуальны. То есть педагоги представляют свой опыт, и они делятся им, они показывают, что им хорошо удается. И на самом деле ценность педагогических секций в том, что на них можно получить какой-то, вот, скажем так, толчок. То есть понять, глоток свежего воздуха. Да, как можно дальше развиваться. Вот в каких-то проблемах, с которыми ты, например, в своей профессиональной деятельности сталкиваешься, но у тебя не всегда есть возможность самостоятельно эту проблему решить. Причины могут быть самые разные, но вот когда ты слушаешь других коллег, ты видишь их опыт, ты понимаешь, как это работает, ты для себя создаешь вот методическую
копилку. То есть вот эта задача этих секций именно в том, чтобы педагоги общались и обменивались опытом. Завтра состоится еще часть педагогических секций. Они будут направлены больше на мастер-классы, то есть на показ практического опыта собственной деятельности. То есть это будет завтра, то есть во второй день как раз конференции. Ну, то есть я обобщу, да, получается, что секции, где у нас ребята, это учебное исследование, да, то есть исследовательская работа, а у педагогов это доклады, то есть обобщение педагогического опыта. У нас и педагоги-стажисты делятся своим опытом, да, и молодые педагоги, которые находят, да, какие-то изюминки, потому что приходят, да, уже с абсолютно другой методологией какой-то, да, то есть они тоже могут поделиться интересными задумками и вещами. То есть педагоги читают доклады, ну и вот завтра у нас мастер-классы, то есть это тоже возможность применить. То есть завтра в основном мастер-класс, а в субботу награждение, да? Да, да. Что приготовили для награждения? Что собираетесь, чем собираетесь удивлять или не хотите раскрывать все секреты? А давайте это останется секретом. Вот. Но здесь у нас, в принципе, уже тоже такой налаженный механизм. То есть это традиционные подарки, которые будут полезны для ребят. Вот. И здесь тоже, конечно, спасибо нашим спонсорам, которые помогают, потому что труд, да, должен вознаграждаться. Поэтому. Можем ли мы сказать, что вот Балакинские чтения – это такая символичное подведение итогов года для детей, для учителей? Я думаю, что да, потому что на этой конференции, по сути, подводятся итоги очень сложной, интересной, развивающей деятельности как для самого ученика, так и на самом деле для учителя. Потому что когда мы говорим о исследовании, оно всегда будет двусторонним, потому что ученик, он же не всегда сам может работать. Вместе с ним задействованы учители. Вот эта работа, вот год фактически, огромное количество учителей, да, со всей республики, они работают. И вот такая возможность в конце года как раз представить результаты своей деятельности. Ну и получить заслуженную минуту славы, точнее, да, 7 минут. Первый год, когда планировали проводить научно-практическую конференцию, долго решали вопрос, в какой срок проводить. То есть изначально мы хотели в начале года, да, но мы понимаем, что это не совсем правильно, потому что дети только погружаются в учебный процесс, да, вот. А здесь действительно в декабре это своеобразное подведение итогов. Ну и плюс мы говорим, что это, безусловно, все-таки дань памяти Николаю Генриховичу, да, то есть мы знаем, что, то есть как бы, эти Булакинские чтения – это все-таки возможность еще раз подчеркнуть, что мы гордимся, что носим имя великого человека. Да, вот по поводу еще вот этой замечательной истории, да, в продолжение расскажу о том, что уже 17-го декабря в городе Абакане. Вот я просто ищу информацию, хочу, чтобы вас не обмануть со временем, друзья. Именно 17 декабря, в день рождения Николая Генриховича Булакина, нашего любимого народного мэра, как раз в Абаканском дворце молодежи, вот еще информацию, пройдет концерт. Да. Да? И, друзья, можно приобретать и билеты, можно прийти на этот концерт, послушать замечательные выступления, вспомнить Николая Генриховича. Дело в том, что да мы о нем и не забываем, потому что да. Город, он напитан, да, столько хороших, добрых историй. Ну и как раз вот и Булакинские чтения тому подтверждение, я думаю. А эти дети никогда не... Вот еще не могу найти, сейчас найду. А дети никак, выбирали, может быть, такие исследования? Или, посвященные, может быть, Николаю Генриховичу? Да, были. Расскажите вот тоже об этих работах. В этом году было две, по-моему, таких работы, как раз вот в секции, посвященной личностям, которые внесли вклад в развитие Республики Хакасия, в том числе города Абакана.
И они как раз были посвящены в том числе элементам биографии Николая Генриховича Булакина. Ну, и, кстати, у вас же в лицее проводятся какие-то, я насколько знаю, ну, небольшие экскурсы, да, у вас же есть стена памяти Николая Генриховича Булакина. Да. Как дети тоже вот в эту работу погружаются? Ну, начнем с того, что, да, у нас важное такое, можно даже сказать, в какой-то степени, да, сакральное место в лицее – это стена памяти Николая Генриховича. И 14 октября мы всегда проводим там линейки, да, вспоминаем Николая Генриховича. То есть это у нас такая теперь традиция. И проводят эту линейку ребята-старшеклассники, которые изучают биографию Николая Генриховича. Да. Есть у нас так называемые гиды, которые, да, проводят вот, по экспозиции. Мы проводим классные часы, где обязательно смотрим фильм, да, о делах Николая Генриховича. Да, знаменитая его фраза, да, «Бакан – город». «Дело всей моей жизни». То есть мы вот фрагменты из этого фильма смотрим, вспоминаем. И, знаете, мы видим, с каким как бы придыханием, да, дети вот смотрят. Да, никто не сказал, что «Ой, а зачем это?» То есть все понимают, что это важно. И когда мы говорим: «Ребята, мы должны с вами не просто гордиться, да, мы должны достойно нести, потому что мы лицеисты». Да, то есть вот понятие чести и достоинства – мы вот связываем еще и с Николаем Генриховичем. Друзья, благотворительный концерт состоится в Абаканском дворце молодежи 17 декабря в 16 часов. Можно с удовольствием провести это мероприятие, посетить это мероприятие. Но если у вас, дорогие наши, не будет возможности, то наш телеканал «Абакан-24» будет вести прямую трансляцию, будет телеверсия, поэтому будьте вместе с нами и посмотрите этот замечательный концерт. Ну, действительно, вчера говорили о том, что Николай Генрихович всегда говорил в своей жизни о том, что нужно учиться всегда, да, и вчера это об этом тоже подчеркнули, вспомнили интересные моменты из жизни Николая Генриховича. Вчера Татьяна Евгеньевна Карташова, заместитель главы города Абакана, об этом говорила. Такие теплые, да, достаточно воспоминания, особенно как Николай Генрихович, один из первых, можно сказать, чиновников, освоил социальные сети, сам вел эти социальные сети. Я всегда помню, когда мы приезжали на съемки, и Николай Генрихович перед тем, как начать, он говорит: так, я сейчас вас всех тут запечатлю, становился, делал селфи на фоне всех людей, кто пришли там на совещание. Или, например, особенно интересно было наблюдать, когда были вручения премии главы города Абакана работающей молодежи, одаренным детям. То есть вот он как раз именно вел этот блог свой, и все знали, что если они напишут туда комментарий, если какой-то вопрос зададут, Николай Генрихович всегда на него ответит лично сам. Не нужны были ему никакие пиар-специалисты, да, люди, помощники, он это все делал сам. Ну и все еще вспомнили вчера тоже такой замечательный момент, он есть на многих фотографиях в городе. Кстати, выставка, тоже посвященная Николаю Генриховичу Булакину, до сих пор открыта у нас в парке культуры отдыха, вот в Георгиевском саду. Можно прийти в Георгиевский сад, понятно, что сейчас холодно, хотя уже теплеет, и посмотреть на замечательные фотографии человека-созидателя, мыслителя, как город изменялся на этом фоне, да, на фоне его дел, вот это все. И там есть тоже замечательная фотография, где Николай Генрихович на электросамокате. Он тоже его один из первых освоил. В общем, вчера получилось так тепло, как сказала Ирина Лаврентьевна, но кажется, что чтение проходит всего 3 года, а по ощущениям, что они уже всю жизнь, да, Алексей Викторович? Да, мы вот сейчас себя поймали на мысли. Как организатор вам как раз это говорю. Да, что мы всего работаем 2 дня, а ощущение, что уже, наверное, неделю. Вот, то есть напряженности. Мы не 2 дня работаем. Ну, нет, уже сколько этапов. 2,5 месяца мы готовимся к этому всему минимум. Это только активная стадия подготовки. Вот, мы все равно не смогли, как обычно, да, все детали предусмотреть. Ну, как правильно вы сказали, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ничего не делает, да. Вот, то есть, у нас уже есть представление, как мы будем дальше улучшать. Вот, но здесь в целом мы рады, что мы это проводим. То есть,
Да, времени на это уходит просто огромное количество. Я видела вчера по вас, что вы все были вчера, ну, говоря простым языком, в мыле. И как вы за все переживали. Я помню, подходили дети, там ваши коллеги, все ли видео работает, все ли микрофоны включены, все ли на месте, все ли пришли. И такое вот было такое приподнятое настроение. Все и в то же время волновались и ждали это с таким вот предвкушением. А какой хор был вчера замечательный? Замечательный от ваших коллег, да, школа номер 29. Да, да. Ну, это просто, друзья, сводный хор 29-й школы. Мы все знаем, что в школе номер 29 есть кадетские классы. Одни из первых они в городе появились. Ну, кадеты поют хорошо. Они только маршируют, изучают историю, еще и поют. Да, но это у нас тоже уже такая теперь традиция. Ирина Лаврентьевна, кстати, говорила о том, что вот та ассоциация директоров, которая была в прошлом году, на прошлых булакинских чтениях, она дала нам вот возможность укреплять наше сотрудничество, и в том числе вот с 29-й школы, потому что Ирина Лаврентьевна вместе с директором 29-й школы вошли в число финалистов директора, лучшие директора года, да, и вот поэтому у нас такая традиция, 29-я школа, хор 29-й школы на булакинских чтениях обязательно исполняет вот на открытии гимны, вот, ну и мы на закрытии их тоже приглашаем. Ну, кадеты еще не пишут доклады, не участвуют у вас. А вот как-то из 29-й школы, по-моему, работ не было, Алексей Викторович. Мне очень сложно сказать. Ну, я вот думаю, что, наверное, были. Может быть, и были. Потому что... Ну, количество очень много заявок. 3 сотни работ от учеников. То есть, вот так сходу очень сложно вспомнить. Слушайте, ну еще вот вы сказали вот в интервью о том, что дети получают навык публичного выступления, да, ведут себя как настоящий лектор. Это ведь тоже для многих какой-то они барьер перешагивают в этом направлении. Знаете, тут достаточно на самом деле интересная ситуация, потому что вот я часто участвую в конференциях не только ученических, но и, например, студенческих в качестве члена жюри. Я сам, например, выступаю на некоторых конференциях, связанных именно где ученые выступают, то есть профессиональные такие конференции. Алексей Викторович, кандидат наук. Вот. И я вам скажу такую вещь, которую, в принципе, очень многие отмечают, в том числе вот преподаватели, которые к нам приходят, угу. И когда наши дети приходят выступать на студенческих конференциях, дети очень часто выступают лучше, чем студенты, и я скажу, что даже часто лучше, чем ученые, потому что они учатся именно выступать, и они очень хорошо говорят многие, они очень хорошо рассказывают. А студенты и ученые, они часто из-за своей занятости, вот у них нет времени так серьезно относиться к докладу. И мы всегда можем понять, вот ребенок, он первый раз выступает, или он уже как бы несколько раз выступал, он отработал, и по ним видно. Те, кто выступает часто, они учатся, не боятся публики. Они даже в каком-то смысле начинают вот наслаждаться тем, что они выступают. Угу. Сам факт вот этого выступления, он на самом деле есть такое, что люди боятся, да, выходить перед людьми, рассказывать, но это временно. Вот когда ты несколько раз, потом это начинает приносить удовольствие. Вот. И у школьников это очень хорошо видно. И это вот такой интересный процесс научения этому. И он очень важен, потому что нам в жизни нужно уметь выступать перед людьми. Да, здесь еще, понимаете, вот если ребенок сам проводил эту работу, то есть он погрузился в нее, он знает весь материал, то есть он увлечен этим. И вот эта увлеченность, она проявляется и во время выступления. То есть дети ведут себя, многие, свободно. То есть они могут не смотреть вот в тот доклад, который приготовили, потому что они владеют материалом. Угу. Вот. Есть, да, разные дети, есть те, кто волнуются, но... Чем чаще и больше они выступают, тем вот этот вот навык становится прочнее, и дети себя более уверенно чувствуют. И многие сразу же говорят, я жду ваших вопросов. Да. Да, то есть нет вопросов, то есть даже удивляются. То есть, а какие вопросы? Все понятно, все разложил, поэтому... Хотя, например, да. Когда мы готовим к выступлению, я вот очень часто говорю тем, кто у меня выступает, что...
вопросов, бояться никогда не надо. Более того, если вам задают вопросы, это очень хорошо, потому что это значит, что ваша работа заинтересовала тех, кто вас слушает. А если вам не задают вопросы, это два варианта. Либо вы настолько хорошо рассказали, что никаких вопросов не осталось, либо просто, ну, как бы... А вот тут зависит от того, какая это тема. Потому что бывают темы, которые уже, знаете, ну, не актуальные. Вот есть такие работы, то есть они уже, в принципе, всем все, ну, известно. То есть что можно... Ну, они для нас, может быть, не актуальны, а для учеников очень часто... Вот, да. То, поэтому мы такую работу уже слышали, поэтому интересно. И вопросов не задаем. А ребенок молодец, и мы его потом отметили и вручили. Ну, скажите, пожалуйста, всем дадите дипломы за участие? Мне кажется, это тоже очень важно. На самом деле у нас сложилась такая, наверное, тенденция, что... Раньше мы давали, допустим, там одно первое место, одно второе, да, одно третье. Сейчас у нас на одной секции может быть два первых места, два вторых, три третьих. То есть все зависит действительно от качества работы. Независимо от этого, все участники, они получают сертификаты. Это уже тоже ценно, потому что это опыт, да, это вот напоминание о таком значимом событии, да, в жизни ученика. Вот. Плюс у нас наши юные исследователи, вот ребята, которые пятые классы, шестые, да, безусловно, на уровне тех же одиннадцатиклассников, которые, допустим, защищают в этой секции, да, безусловно, они, ну, должны быть каким-то образом поддержаны, и мы вручаем обязательно вот диплом юного исследователя. То есть подчеркиваем, что это очень здорово, что ты пришел и проводишь работу. Очень, на самом деле, интересная такая особенность. В последнее время многие школьные конференции стали давать дипломы призеров не за победу, а просто за то, что ученик какую-то границу бальную переходит. И, на мой взгляд, все-таки люди – это такие существа, которым нужно соревноваться. Потому что если все победители, значит, никто не победитель. И все-таки, чтобы к чему-то стремиться, да, нужно понимать, что вот этот диплом, он ценен. Потому что ты смог победить кого-то. Да, то есть в такой доброй, да, в хорошей борьбе, но тем не менее, вот ты призер, и это слово призер, оно ценно тем, что эти призеры не бесконечные. А если мы начинаем давать вообще всем, ну тогда в этом нет смысла даже слушать. По большому счету, можем просто собрать эти работы, поставить баллы и выдать дипломы. То есть это одним не словом, то. Все равно эффект борьбы должен быть, да. Обязательно. Ну что, я благодарю вас за этот эфир. Я желаю, чтобы суббота и вообще вот эти дни, которые остались до завершения чебулакических чтений, прошли ярко, интересно. И ребята почувствовали себя юными учеными, исследователями, получили замечательное настроение. Пусть к нам приезжают из других регионов, и действительно, как мы вами проговорили эти мысли, чтобы и оплачивали дорогу, и какие-то туристические маршруты для детей делали, чтобы дети из других регионов изучали Хакасию, ну, в том числе знакомились с опытом лицея, потому что, насколько я знаю, в этом году приезжали, ну, высокие чиновники из России, когда увидели лицей наш абаканский, ух, сказали, не в каждом городе такое учреждение есть. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо. Наш эфир продолжается, не переключайтесь. Этот эфир обязательно мы сохраним на канале Абакан 24. Всем всего хорошего, учиться, учиться и учиться. Пока-пока.